Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Растения против зомби-герои». Как ты видишь, у меня Лига Тако, я успел достичь 48 ранга. И получаем с тобой награды. Ну-ка. Так. 6, получается, паков, да? Ну что же, давай посмотрим, что нам достанется здесь. Угу, пока ничего новенького нету, все это у меня было. Я надеюсь, хоть одна легендарочка достанется мне. Уж очень сильно хочется мне получить. Так, пошли редкие. Крахмал, ледяной перец, так, вампирчик. О, и мега редкие. Так, зеркальный орех, бобовый, так. Да ладно, легендарка, кто, что, покажи. Так себе, ребят, легендарка, если честно. Но все равно хотя бы хоть что-то мне досталось. Это, получается, у меня вторая, да, такая карта. Так, сезон 51 начался. И сейчас мы посмотрим, куда меня перекинут. А перекидывают меня сразу в золотую лигу, 20 ранг. Ну что, вперед. Немножечко поиграем, наверное, я думаю, да? Так, а есть ли у нас задание? Громкое событие. Давай посмотрим, что здесь за событие. Бонусный зомби с ведром может заблокировать ваши бонусные атаки, так что для начала уничтожьте его. Так, значит, я буду играть за травяную капусту, за Бонг Чой. Давай, ну, Земех, это, конечно, еще тот партизан. Будем честны. Угу, угу. Начинаешь, да? Тут выпендриваться мне. Пам-парам-пам-пам. Что же сделать? Давай я так, наверное, сделаю. Бамс. Так, далее. Опа. Вот это хорошо, что мяту мне дали. Да опять здесь, а? Вот так вот я сделаю. Я надеюсь... Блин, я почему-то так и думал, ребята. Ладно, хорошо, пускай тратит. Я потом поставлю вот этого вот. Да ладно, что он тут вытворяет? Слушай, а мы сделаем вот так, наверное. Ну-ка. И вот так. Ага. А ответить-то нечем было ему. Ух, мы можем с тобой еще и вот так вот сделать. Зомби, ты меня решил напугать своим зомби? Ой, парень. Ой, парень. Шутник ты, однако. Погнали. Естественно, ему крышка. На тебе. Сейчас мы прокачаемся, это будет 10-8. О, еще одна мята. Друзья мои, еще одна мята мне выпадает. Да пускай там что хочет делать. Я сделаю вот так. И вот так. Да, ха-ха-ха. Напугать ты меня этим решил. На. Так, что же он там? Ничего не стал делать, абсолютно. Но у него карта приличное количество, в отличие от меня. Ну, естественно, он сейчас будет вот здесь вот прикрываться. Ты видишь, на чем он? На танцорах, друзья мои. На танцорах. Хотел сыграть, но, видимо, у него ничего уже не получится. Бамс. Раз. Два. Защита сработает. Ай-яй-яй, как неподходяще. Ну, ему всего лишь 2 единицы хп отнять, и все, ребят. Прикинь, да? 42. 4-8. Да ладно, ты меня вот этим решил напугать? Все, крышка, ребята. Прикинь, сейчас 40. Ах, вот ты как. Ну, все равно ему крышка, ребят. Тем более этот еще сейчас освободится. А ты хоть заусиляйся здесь, тебе это все равно не поможет.
На. Вот и все. Вот тебе и весь замех. Так, ну что, победа растений. Нанесите 20 единиц урона героям замехом. Так, нанесите 20 единиц урона героям профессор мозговая атака. И нанесите 20 единиц урона героям бабах. Ну что, давай попробуем сделать ежедневки. Значит, 20 единиц урона героям бабах. Погнали. Так, вот наш бабах. Давай-ка мы посмотрим, что у него здесь за колода. На чем она тут у нас сделана. Честно говоря, не пойму, на чем она сделана. Ягоды. Орехи. Ягоды, орехи, что-то не туда и не сюда. Вот это вот. Против бесят хорошо, конечно. Ландшафта всего лишь два. Крокодильчик. Даже не знаю, друзья. Конечно, можно попробовать, но что-то мне подсказывает. Орех есть зеркальный? Есть. Тут еще один, кстати, есть. Один. А что-нибудь... Если она идет как через орехи, то, по идее, нам надо брать побольше вот таких орехов. Логично? Потому что крахмал, он не идет как орех. Даже и сказать-то не знаю, что, ребят. Можно попробовать через этого, конечно, еще сыграть. Но... Слушай, а давай попробуем бабаха через... У нас есть же грибы? Есть. Ну, если делать через грибы, это нужно, ребята, чтобы вот этих было у нас хотя бы, ну, штуки 3-4. Потому что, ну, с одной нету смысла здесь даже выеживаться. Ландшафт вот... Не знаю, может быть, этот убрать и поставить вот этот. Давай попробуем вот так вот. Иначе мы сейчас тут будем с тобой до посинения выбирать, я сам себя знаю. В любом случае, мы ничего не потеряем. Ну, я тебе скажу одно. Сейчас лига только началась. Сейчас знаешь, какие будут выпадать нам персонажи, бойцы, которые будут разбирать с полтычка. Ишь, 7 ранга. Тем более замех. Так, вот это сразу берем. Пу-пу-пу. Ну ладно, пока вот так вот сделаем. Нечего мне пока поставить здесь. Замех. Наносит 3 единицы урона, да? 2. Ох, видишь, что творит. Мы можем, конечно, его щелкнуть. Наверное, блин. Поехали так. Смотреть, что у него, а? Ладно, хорошо. Надо было все-таки уничтожать мне эту пакость. Ну что же, посмотрим. Давай сделаем так. О-о-о. Ну давай, давай. Жалко, что у меня ландшафта, конечно, нету. Так, орех. Ниндзю позвал. Он, друзья, позвал ниндзю. Давай я так вот сделаю. Зомби получает плюс 5 к здоровью. Вот это хорошо, ребят. Это он хорошо придумал. Так. Ай-яй-яй-яй-яй. Что же сделать мне? Я, наверное, сделаю вот так. Да и все, пока. Сумоист. Как-то игра не вяжется, тебе не кажется?
спортивная колода пошла. Давай вот так вот сделаю. И вот так. Ага. Ну, ребята, он остается без... без карт практически. Давай так сделаем. Ага. Так, я надеюсь, у меня защита-то сработает. Сработало. Так, он все равно взорвется. Угу. Так, давай так сделаем. И вот так. И все, и замех приплыл. По ходу дела, да? Прыть что-то у него подостыло, я смотрю. Только не сдавайся, мне нужно 20 единиц урона нанести. Я всего лишь нанес 4. Ай-яй-яй, ребята, придется еще играть. Понятно, короче. С этим понятно, чуваком. Знаете трусов в лицо. Так, ладно. Ну что это, 4 единицы урона? Это фигня, ребят, конечно. Полный бред. Ну, поехали еще раз попробуем. Раз на раз не приходится. Хотя бы сдался бы. Вот зачем он-то? Вот, ненавижу вот это, когда просто... О, 30-й ранг, ребята. Это уже серьезная заявочка. Так, вот это, наверное, пока уберем. Ой. Ну, это, конечно, люто. А зачем мне дождик? Сразу такой вопрос. А зачем мне здесь нужен дождь? Еще утворяет. Ставит амфибию. Ну, амфибию это свою лишится сейчас, понятное дело. Хотя, это не факт. Посмотрим. Так. Я не знаю, кто там появится, но, возможно, мой песик туда перейдет сейчас. Ну да. Песик мой сюда перешел. Поэтому не видать тебе, парень. Так, что у тебя там дальше? А он на пиратах, что ли, решил сыграть, или что? Я так вот сделаю. Вирус! Ты прикинь, вирус он делает. Ага. Так вот, значит, да? А мы сделаем тогда следующим образом. Погнали. Угу. Накидывает, да, ему? Жалко, конечно, что не подобью его. Вот этот вот мне совсем не нравится, ребят. Совсем. И прикрыться, как ты понимаешь, мне нечем. Давай смотреть. Да ё-моё, ты заколебался с вирусом. По-моему, ребята, мне тут кранты. Ну да, мне уже тут ничего не поможет.
сам себя, так сказать, забомбил. Ладно, ничего страшного. Главное, наносим потихоньку урон, и все. 7 единиц мы ему оставили. По идее, наверное, я, ребят, нанес 20 единиц урона. Блин, 17. Пока 17. Ежедневки сегодня сделаем. За гри... Ой, за бабах, ребята, у меня колода вообще там солянка, вы сами видели, поэтому... Не стоит обращать внимание. Ну, тут я не знаю даже. Давай оставим как есть пока. Единственное, у меня нету ни первого хода, да? Даже второго нет, только третий, и то ягода. Вот, если мы с тобой поставим орех, и потом... Опа. Опачки. Кого он туда поставит? Вот что он делает. Я сделаю вот так вот. Угу. О-о-о, начинается, да? Короче, сделаем так. И сделаем вот так. Погнали. Сумоист. О, как решил он сделать. Хорошо. Но у него заклинашка еще может быть за одну единичку манны. Ага, вот как он делает. Так, картусенок мой еще становится круче. Погнали. Так, в топку. Это вот уже в топку. Ну, неплохо, я считаю. Ну, как делает. Добуры пошли. Так, ну что мы можем здесь сделать? Мы можем сделать следующее. Вот так вот. Поехали. Надеюсь, мне выпадет солнечный удар. Ага, минка. Ну, минку я сюда поставлю. Бамс. Так, ну и этого, естественно, тоже уничтожаем. Я думаю, ландшафт, наверное, поменять надо, да? Или на следующем ходу? Он не будет... Ты смотри, а. Смотри, что творит. Давай так вот сделаю. И вот так. Поехали. Смотрим, что он сейчас сделает. О, уничтожает мне крахмал. Усилил, да? Ну все, ему крышка, ребята. Я его взрываю, чертовой бабушки. Он даже вот так вот сделал. Ну и до свидания. Такс, ладно. Но две единички урона мы получим все-таки. Так, какие будут планы? Это зомби, это фигня все. Поехали.
Поехали, поехали, поехали. Сейчас посмотрим. Угу. Так, сюда ударим. Хорошо. Так, вызвал. Ну, этого мы с тобой уничтожим. Давай сделаем так. И, наверное, вот так. Посмотрим дальше, что мы будем делать. О, сдался. Так, ну что, бабах, по-моему, ты сделал то, что нужно. Да ты серьезно, что ли? Ё-моё. Я офигею, блин. Мы сейчас так будем до посинения проходить. Так, 10-й ранг. Замех. Ой, замех. Разгром, конечно же, разгром. Что-то какие-то, блин, не пойму я. Слишком мощные карты. Давай так, что ли, оставим пока. Кукурузного песика. О, Минка хотя бы, да? На первых порах пойдет. Ну, песика кукурузного он, естественно, может уничтожить. Причем в легкую. Давай я поставлю его на водичку. Сейчас заодно и посмотрим, есть ли у него суперудар этот. А, вот он что делает. Окей. Ягода. Давай я так поставлю. Что там делает? Безумие ставит. Так, вот это мне не нравится, ребята, что он поставил сюда безумие. Он сейчас серьезно? Поехали. Угу. Ать, как не вовремя, да? Так, там хпшка наверняка у него выпала или что-нибудь в этом роде. Где мои ландшафты, ребята? Мне нужны ландшафты. Все? Я могу, конечно, поставить горячку. Вот так вот. Такс, и... Ну и крахмал еще влепим. Смотри-ка, что делает. Защиту, ребят. Ну, окей. Так, три. Так, ландшафтик мы этот заменяем. Хорош. Хорошего, как говорится, помаленьку. Так, смотрим, кто у него тут. Опа! Он и тут защиту поставил. Блин, а у меня что, могилоедов никаких нету, да, получается? Сразу здоровье пошел восстанавливать. Так, ну крокодильчик-то мой жив останется, слава богу. Уничтожает. Окей, пускай тратят, ребят, мне не жалко.
4 единицы урона наносим, да? Получается. Сделаем туда вот так. Ну и, наверное, вот так. Все получают по 2. И безумие. Так, ну этому кранте, а вот с этим, ребят, придется повозюкаться. Еще и охотник оставить сюда. 6 в лицо, конечно, неприятно получать. Но сделать я здесь, к сожалению, ничего не мог. О как. Ну что же, погнали. Сделаем так и сделаем, наверное, вот так. Уничтожает растение. Хе-хей! Давай. На тебе, влобешник. Уф. Да. Смотрим. Уничтожает. Ну, он, короче, остался без всего. Так, а мы сейчас с тобой что-то получим. У нас же сработает защита. Нет. Ушлепок, да? Ладно, давай сделаем так. Поехали. Угу. Я сделаю так вот. Думает, да? Что-то у него там есть. Что-то, ребята, у него там есть в закромах. Тьфу! Сдался. Какого он-то был? А, 10 ранга. Так, ну теперь-то наконец-то мы... Есть. Получить. Так, переходим на следующее. Следующее задание у нас там какое? Нанесите 20 единиц урона героям за мех. Героям за мех. Ребят, не знаю. Изменить. А что, у нас там много чего нового, что ли, есть? А за мех у нас что идет? На танцорок, да? Замех идет у нас на танцорах. Хм. Двоится. Ну, не знаю, ребят, давай попробуем. Какая-то интересная колода. Я такой... Не помню, если честно. Тем более у замеха. Так, сколько? 20 единиц урона, да, нужно нанести? Ну давай, давай, соперник, быстрее находись. Пора проигрывать мне. Ребят, я до 48 ранга, я запарился, если честно, проходить. Там уже ближе к высшей лиге такие колоды идут, что я просто тихо в сторонке, опустив голову, молчал. Там жестко. Так, ладно. О, тем более орех. 100% на хилах, ребят, этот орех. Или на хилах, или же на орехах. Это вот две основные, ребят, колоды. Так, он сейчас может поставить, прикрыться орехом. Если он у него есть. Опа, он взял подсолнух.
Что нам здесь достанется? О, добор карты. Так, зачем он, интересно, взял подсолнух? Давай я так вот сделаю. Прикрылся орехом. Прикрылся орешком. Ладно. И тут смотри, что творит. Так, это интересный вариантик. Погнали. Это очень интересный вариантик. Так, здесь можно взять. Вот так поставить. Ну и, наверное, вот так сделаем. Посмотрим. Ух ты. Ух ты. Орехи, что-то мне не нравится, ребята, эта вся затея. Вообще все решил, что ли, выставить? Ладно, давай. Угу. Так вот эта фигня, она мешается ведь, да? По идее, как бы мешается. Все растения на земле можно заморозить. Восстанавливает 4 единицы здоровья всем. Окей. И все, парень, по-моему. Ты доигрался. Крокодильчика позвал. Позвал-таки крокодильчика, да, своего. Ну, чтобы нам не умереть от крокодила, мы сделаем, наверное, вот так вот. И что? И вот так, наверное. Поехали. Так, ну что, у него один стручок тут остался, я смотрю. Давай, давай, набирай там энергию солнечную, что хочешь. Просто интересно знать, что он там будет дальше делать. О, шипки ставит. Молодца. Так, уберем. Это, наверное, так вот почистим здесь шелупень эту ненужную нам. Погнали. Замечательно. Так, двигаемся дальше. Вот так вот поставим сюда. О, хорошо. Давай, давай, уничтожай. Ну, уничтожишь двоих. Так, этого сюда вытянем сейчас. Или подожди, или что нам лучше делать? Давай так, наверное, сделаем. Этого сюда вот передвинем. Чтобы все было красиво, да, ребят? Поехали. Что нам тут выходит? Отличная карта. Раз. Два. Ну и пока хорош. Угу. Заменяет. В принципе, пока нам не к спеху это все делать. Бэм. Пока ничего не буду делать. Опа. Бомбочка. Можно разыгрывать зомби. Вытягивание карты. Блин, у меня ландшафта вообще нету. Все тут своими этими запоганил. Посмотрим, что дальше будет делать.
Поехали. Ну и все, крышками, ребят, по-моему, сейчас будет. Отлично, 20 единиц урона мы нанесли. За мехом. Так, мы скоро еще с тобой получим зомби с ведром. Ребят, повышение. Так, нанесите 20 единиц урона героям профессора мозговая атака. Ой, за него вообще. Не знаю, ребят, как играть за мозговую атаку. Это у нас, вот он, профессор. Вообще не знаю, что там у него взято. Посмотри. Вот это, например, надо убрать отсюда. Че тут набрал, не поймешь. Танцоры. Да, какая-то тут специфическая колода, ребята. На доборе манны. Что-то вообще не пойму. Тут и танцоры. Если я беру вот этих вот танцоров, почему я не взял тогда шляпников, которые шляпами бросаются? Вот скажи мне на милость. Интересно, что это за ерунда-то такая? Конфеты зачем-то у меня здесь. В ракет этих куча целая. Вот это вот зачем? Что это вообще за колода-то такая? Может быть, вот этого взять, хламона? Так, он же когда появляется, все ботаники бьют, по-моему, да? А ботаники это... Так, подожди, как там называется она, информация? При использовании все зомби-лаборанты наносят бонус на атаки. Это научные зомби должны быть, да, получается? Вот это научные зомби? Наука зомби, да, это научные зомби. И вот эти вот все научные, да, зомби, получается... И серьезно, я не знаю, ребят, что мне делать в этой ситуации. Кого брать? Зачем-то 4 яйца. То есть, я так понимаю, здесь у меня должна была быть колода. Я хотел заставить все поле и, соответственно, потом их превратить всех в гаргантюа. Это единственное, что я могу предположить. Зачем тогда мне эти? Лучше взять, наверное, вот так вот. Так, шаманство 3, карт события. Затем игрок растение шаманства, карту события. Вот дела, я не знаю, ребят, что делать. Хоть на танцорах бери. Эти вот клоуны тоже. Короче, отсебятину всякую делаем сейчас, судя по всему. Просто отсебятину. Зачем-то два призыва вот этих, на гаргантюа. А это что у нас? Сколько наносит урона? 4 единицы урона всего лишь-то. Ключник. В
В общем, друзья, не знаю, вот так вот попробуем. Фиг его знает, что тут, как тут. Я за него ни разу не играл, и поэтому как бы вообще не представляю. Ну, я знаю, что многие как-то ускоряют его за счет, видишь, был бы у меня куробойщик, можно было бы на нем как бы составить колоду, да? Но тут, ну, ты посмотри, смотри, что выдают, а? Трындец. Тем более против гриба. Че, не знаю, кто такой ночной колпак? Конечно, знаю. Я знаю, на что он способен. Да. Ну что, профессор Мозг-Атака, придется нам, я не знаю, как-то переживать. Какой там 22 ранг. Эту карту явно я здесь не использую, не успею просто-напросто. О, не надо только вот этого. Блин, мне нужно хоть... Сколько там? 20 единиц урона надо нанести мне, да? Ай, блин, чё ж так-то... Ну ладно, ребят. Халявная какая-то победа. Поехали дальше. О, зеленая тень. Сейчас от часу не легче. То гриб, то зеленая тень. Слушай, ну, в принципе, неплохо. Тут, по крайней мере, хоть есть что поставить. Давай начнем с этого. Ух ты. Ух ты. На тебе. Так, а что мне этого? Куда ставить? Сюда мы поставим. Оу, Россия получает плюс 2, плюс 2. Так, и заморозку еще делает. Не очень красиво, ребят, получается. Да ё-моё, ну... Что, проверочка? Ух ты. Прикинь, у него огурец. Так. Ага, ага. Что-то мне это знакомо, ребята. Я не знаю, что он там за карты нахапал себе, но он нахапал себе однозначно что-нибудь. Вот так вот поставим. Посмотрим, есть ли у него. О! Капитан. Морская слизь, да? Да что столько яиц-то, господи, выпадает, блин. Ой, дурак, что я здесь... Зачем, вот зачем вот это я сделал, скажи мне, а? Ой, дуралей. Ну, бывает, ребят. Еще раз повторяю, я за него играть не умею, поэтому.
Не надо тут ничему удивляться абсолютно. Угу. Давай используем. Сделаем вот так, наверное. Тяните карту. Давай вытянем карту, посмотрим. И вот так. Угу, угу. Что сделаем-то, наверное? Так, погнали. Это, ребята, вот это все, вот эту всю ерунду он вытащил за счет огурца. Сейчас бомбанет сюда, и мне крышка, ребят. Это предсказуемо. Это было предсказуемо. Девять единиц урона всего лишь нанес. Блин, как тяжело играть за тех, за кого ты не умеешь. Вообще. А что такое арена? Я не знаю, друзья мои, что это за арена, но давай попробуем. Написано «Арена». Черт его знает. Давай рискнем. Арена, видимо, когда-то для арены я составлял колоду. Чего? Орешек в доспехах у нас. Слушай, ну это уже издевательство какое-то. Да какого фига вы мне даете? Неужели у меня нет поменьше-то карт? Че вы? 6, 5, 5. Ну куда, ё-моё? Ну куда вот такие карты? Не знаю, ребят. Танцор. С какого пить перепуга здесь танцор делает? Если я вообще не вижу тут ни одного танцора у меня. Эх. Так, создать случайно зомби, который стоит 2 или меньше. Так, давай, Орех, не мудри там. Мне нужно ежедневки сегодня выполнить. 20 единиц урона нанести профессорам. Вот такие вот часто попадаются. Которые тянут резину. Просто тянут резину. Так, созрел, да? Давай вот так вот сделаем. Кто там у нас? О! О! Это, ребята, хорошо. Конфетки и печеньки, да? Вообще шикарно. Вообще шикарно. Так, мы можем бомнуть, да? Игрок за растение, шаманство, фрукты. Пускай будет шаманство, фрукта ему идти. Поехали. Опа, еще один поваренок. Давай сделаю вот так вот. Хм. Интересный расклад. Да блин, ты издеваешься, что ли? Я не могу понять, надо мной игра.
Опять эта фигня, а. Перемещает его. Я же его взорву сейчас. Я его мало то, что взорву. Я еще и возьму себе три карты. Две карты. Окей. Вот. Что, он сейчас орех сюда поставит? У него есть защита от хил и орех. Конечно же, ребята, делает орех. Я не знаю, что нам сделать. Давай вот так вот поставим. А у него, по-моему, ландшафтов я не видел там, в колоде. Я же ему фруктов дал. Фрукты-то каким-то есть? Вот этот мне здесь мешается очень сильно. Его бы убрать бы, я вместо него поставил бы скалолаза. О, ну здесь сейчас другой зомби появится. Может быть даже и лучше. Нет, к сожалению, не лучше. Но тем не менее, он по крайней мере не будет набивать ему. А вот за это спасибо. Хотя бы избавил меня. Это, кстати, фрукты ему 100% я дал. Три. Давай сделаем так вот. Сейчас посмотрим, кого он поставит сюда. Опять орех. Че он на орехах, что ли, там? Я не пойму, решил сыграть. Ох как. Двойной? Нет, не двойной, ребят. Так, ну здесь, понятное дело, вот так вот делаем. Трубочист. Трубочист. Ну, трубочиста, понятно, сюда влепим. Пускай здесь пока находится. И вот так вот сделаем. Еще орех. О, это хорошо. Это ты, парень, хорошо придумал. Ну что, раз и добивка, наверное, да? Посмотри, а. Никак не угомонится. Так, надеюсь, у тебя там нету дождика. Ну-ка, бомбанешь? Бомбанул. Ну что, 20 единиц урона я нанес, я так понимаю, да? Все. Да, ребята. Бомбанули. Ну что, как-то вот так вот сегодня поиграли. Самое главное, что мы... 51 сезон уже начался у нас. Так, а что там за события? Мы еще и не набрали, что... А, все, мы получили, ребят. То есть... тут еще трех можно. У меня, по-моему, было два. Опробуйте карту... в задании дня. Это в каком задании дня? А, ну здесь это я уже пробовал. Все, на этом будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!